Подобные заявления в милицию поступают почти еженедельно. Схема обмана пользователей весьма проста. Злоумышленник под видом покупателя или продавца пишет в каком-нибудь мессенджере или соцсетях. Далее присылает ссылку якобы для получения денег. Интернет-пользователь, не задумываясь, переходит по ней, видит форму для ввода реквизитов для получения средств на карту и беспечно начинает их заполнять, а потом лишается всех денег. Зачастую преступники выставляют товар с крайне выгодной ценой. Милиция в очередной раз напоминает, что основой безопасности при совершении покупки или продажи товара является соблюдение следующих правил. Так, приобретайте вещи при личной встрече. Проверяйте достоверность номера телефона. Если продавец не предоставляет свои данные, лучше отказаться от сделки. Убедитесь, что код абонентского номера принадлежит операторам мобильной связи Беларуси. Не вносите предоплату, если продавец вызывает у вас хоть малейшее подозрение. Сохраняйте важную информацию, например, фамилию, имя, отчество продавца или покупателя, его абонентский номер, документы об оплате, переписку на интернет-сайтах, соцсетях или мессенджерах. Ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте ваши паспортные данные, баланс и полные данные карты, даже если вам обещают перевести деньги.